Онихомикозом называют грибковое поражение ногтевой пластины на руках и ногах. Это очень распространенная проблема. От данного недуга страдает примерно 27% жителей нашей планеты, причем грибок на ногах встречается в два раза чаще, чем на руках. Некоторые считают, что эта проблема чисто эстетическая, и можно обойтись без ее лечения, спрятав некрасивые ногти под слоем декоративного лака или закрытой обувью. Однако, если не бороться с грибком, есть риск заразить им всех членов своей семьи, получить аллергический дерматит или непереносимость антибиотиков. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем, как можно избавиться от этого заболевания. Онихомикоз имеет характерные симптомы, поэтому пропустить начало развития недуга очень сложно. Ногти теряют блеск, становятся шероховатыми, приобретают желтый или серый оттенок. Затем пластина утолщается, расслаивается и появляется неприятный запах. Грибок развивается вследствие попадания в организм человека возбудителя. Это может произойти в общественных местах, где постоянно присутствует повышенная влажность, например, в банях или бассейнах, а также путем прямого контакта с зараженным или при пользовании его личными вещами. Чтобы предотвратить развитие этого недуга, врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, не носить чужую обувь, не пользоваться чужими полотенцами, в общественных местах ходить в закрытой обуви и принимать меры уже при первых симптомах болезни. Для этого существует много различных средств, но одним из самых эффективных, пожалуй, является крем Тербизил. Его нужно наносить 1-2 раза в день. Курс лечения составляет от 1 до 2 недель.